Утвердили наш народ, как народ, который созидает и побеждает. Низкий поклон вам, дорогие, и мы ставим задачу сегодня вернуть вам уважение и почет. Мы ставим задачу вернуть вам спокойную старость. Мы ставим задачу сегодня и говорим о том, что мы вернем страну народу. Это значит вернуть уважение рабочему человеку. Вернуть почет человеку, который создает материальное благо и работает на благо нашей страны. Мы поставим задачу сегодня рабочему человеку создать все условия, чтобы он работал на родной земле. Мы поставим задачу создать все предпосылки для того, чтобы этот человек, пользуясь уважением, получал все блага от нашего общества. И я считаю, что надо положить конец, когда в стране те, кто больше всего воруют, они больше награды получают. Надо положить конец, когда в стране сегодня процветает коррупция и воровство. Мы поставили задачу вернуть страну. Это вернуть страну нашей молодежи. Именно они, молодые люди, являются нашим будущим. Именно для них мы должны сохранить сегодня родную страну и передать им то, что принесет им пользу. Они будут и должны обязательно быть и умнее, и счастливее. Они должны быть успешнее всех нас. Вот поэтому, дорогие товарищи, партия четко заявила, что мы альтернатива нынешнему режиму, и мы предлагаем народу Украины.